Всем привет, меня зовут Виктория. Сейчас я хочу приготовить вкусные яблочные оладьи. Яблоки я очистила и натерла на крупной терке. Два крупных яблока. Добавляю к яблокам 3 яйца. Добавляю сюда немного соли и немного сахара. Все перемешиваю до однородной консистенции. Добавляю сюда немного кефира. Перемешиваю. Я добавила половину чайной ложки соды. Можно вместо соды добавить разрыхлитель. Перемешиваем. И дать постоять пару минут. Добавляю сюда муку. Тесто должно быть консистенции сметаны. Перемешиваю. Добавляю муку, пока не станет тесто нужной консистенции. Вот такой густоты получается тесто. Тесто я выложила ложкой на раскаленную сковороду. Жариваю на растительном масле с обеих сторон до зарумянивания. Готовлю на умеренном огне. Вот такие у меня яблочные оладьи получились. Очень вкусные и нежные. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Приятного аппетита! Всем пока!